Здравствуйте. В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что состав Бордо? Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Будут играть гости. Здесь мы видим похожую схему. Все будет зависеть от того, кто лучше воплотит задумку тренера на поле. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что состав Бордо? Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Будут играть гости. Здесь мы видим похожую схему. Все будет зависеть от того, кто лучше воплотит задумку тренера на поле. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что состав Бордо? Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Будут играть гости. Здесь мы видим похожую схему. Все будет зависеть от того, кто лучше воплотит задумку тренера на поле. Меняется в последнее время футбол, и болельщики не могут быть в стороне. Эта игра в первую очередь для них, но футболисты, к сожалению, в некоторых чемпионатах иногда об этом забывают. Первый тайм начался. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Это аут.